И вот сейчас, вот сейчас, вот вовремя стрелы, самое главное вовремя стрелы. Видали? Вы видали? Учитесь! Дорогие друзья, всем привет, это какой-то трэш. Я сейчас пытаюсь апнуть пятую арену на Хабибе, и это равносильно, что на основе 5800-6100, вот по уровню сложности. Я вам серьезно, без преувеличений. Я принципиально пока не доначу гемы, не открываю сундуки, потому что, ну, хочу, блин, все-таки попробовать без доната доапать... хотя бы пятую арену. Единственное, что мы с вами сделали вчера на стриме, так это купили спецпредложение с четвертой арены за $1. В общем, я выбил Валькирию и также сегодня приобрел Охотника. Но это все фигня. Давайте я вам покажу. У меня оставалось там 3 каточки. Смотрите, я потом проигрываю одну катку, потом вторую проигрываю, потом 3 ничьи, потом снова поражение, и вот только сейчас 2 победы. Я офигею просто. Так сложно. Ну, чтобы вы понимали, у моих соперников уже есть легендарки, куча эпиков в колоде, да фулл эпики. Вот, понимаете, вот погнали в бой. Вы вот меня просите проект без доната. А вот у меня вот вопрос, а почему? Что вы хотите увидеть без доната? Вы просто хотите на протяжении длительного времени смотреть, как я прокачиваю карты? Вы же не понимаете, что донат это просто ускорение, это просто обрез того времени, которое я могу потратить. Ну вот, к примеру, без доната я буду, к примеру, образно говоря, 7 рарки апать неделю, а с донатом могу за один день. То есть я неделю сократил этим донатом. Этот донат, в данном случае для меня, это ускорение времени. Но это никак не улучшение и просто, вау, я такой крутой, я все равно буду сидеть на низких кубках, но прокачан. То есть вы иногда бомбите на то, что я доначу на новых твинках, но сами не понимаете, что это, ну, ничего не меняет. Хоть с донатом, хоть без доната, я в любом случае-то поднимусь высоко, просто без доната я буду это делать крайне долго. А с донатом, ну, это ускорит процесс, и буквально за сезон, за два я уже закончу. Вот, потому что, вот, банальный пример, мне нужна Валькирия. По сути, если я не буду донатить, мне надо выбить куча сундуков, которые очень долго открываются. То есть несколько дней мне надо ждать, чтобы повезло, чтобы выпала Валькирия, потому что без нее здесь невозможно. Это не такая уж и крутая карта, чтобы, да, там, гордиться тем, что я задонатил и ее выбил. Поэтому, понимаете, в данном случае донат очень будет уместен. Мне нужны эпики, без них вообще никак, потому что у соперников в колоде процентов 80 эпических карт, которые, ну, ё-моё, как же они мне препятствуют. Это невозможно никак справиться с ними. Мои рарки, комонки не справляются. Я вот играл против голема, охотника, принца, шарика, армии скелетов, ведьмы с мини-пекой четвёртой, с этими, как его, вот этими миньонами третьими, вот вчера на стриме. Это трэш, серьезно трэш. Но, с другой стороны, почему я не доначу, хотя мог? Потому что вот так вот интересно. Вот, держит такая, знаете, напряженная обстановочка, и это подогревает интерес. Всегда, всегда. Когда, ну, иногда, конечно, бесит. То есть, по-разному. Если долго-долго ты проигрываешь, это, конечно, начинает бесить. Но когда слишком легко, тоже не есть хорошо. Поэтому я сейчас не хочу донатить, потому что надеюсь, что на этих кубках я справлюсь. Ой-ой-ой, выжил охотник, поехали, поехали. Сейчас самое главное — это стрелы. Так, давай, давай, давай. Ну, предикт, предикт, ну, я же запредиктил. Ах ты, блин, не выбросила на армию скелетов, когда я выбросил стрелы, к сожалению. Вот, так, сейчас пойдет, наверное, хок. Так, давайте, охотник. Мой охотник, такое ощущение, что сквозь хога стреляет. То есть все равно тычку делает, да, хог? То есть я не понимаю, есть ли смысл от моего охотника или нет. Осталось 14 секунд, и вот смотрите, я вроде как играл неплохо, да? Но вот чего-то мне не хватило. Хотя нет, смотрите, я затащил. Я затащил, так, тут мы стрелы кинем. 3 секунды, ё-моё, я затащил. Ну, вы понимаете, что я затащил, но не уверенная победа. То есть она не уверенная, то есть я-то плавал еще, я... Лучший играл против Хабиба чемпиона. Я на данный момент нахожусь на рекорде. Кстати, приходите сегодня на стрим. Стрим будет сразу после этого ролика. Будем апать дальше, будет весело. Я немножечко закину гемов, чтобы выбить хотя бы некоторые эпические карты. Голема, либо шарика, я не знаю, вот что-то с этого мне выбить. И я протопчу дорожку до 7 арены. Вот, поехали дальше в следующий бой, потому что я уже устал апать. Вы смотрите ролик сейчас вот где-то минут 5, а я уже сижу где-то около часа. И знаете, ну не прикольно, я запланировал ролик выпустить на час раньше, а вот выпускаю на час позже, поэтому у меня сбивается снова этот план действий. Я хотел стрим запустить сегодня пораньше, я опять запущу позже, короче, не люблю я такое, когда все идет не по плану. Но я надеюсь, что сейчас все хорошо, я затащу и пятую арену возьму.
Так, Валькирия, прими на себя, пожалуйста, урон от бомбера. Кстати, тут еще тащат сплэш-юниты прям на низких кубках. Это козырь. Это стопроцентный козырь и стопроцентный успех. Эпики и сплэш-урон. Вот, ну, конечно, легендарки, но это легендарки не на всех аренах и так тащат, поэтому... Бла-б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 ла. Я вот думаю, что, как быть? Контрить его, не контрить? Без понятия, ребят. Ну, не будем мушкетера контрить. Ах, не успел. Не знаю, как-то все равно, вроде сколько опыта, сколько уже играю в игру... В игру эту, и все равно вот как-то затрудняюсь иногда, даже на твинке, вот... Правильно поставить карту, словить хороший тайминг. Не понимаю, почему. Вроде бы, опять же, повторюсь, не первый день играю. Я представляю, как сложно игрокам, которые вот только-только начали, да? Они тут застрянут надолго. Вот. Потому что, во-первых, прокачка у всех, на мое мнение, тут, ну, перебор. И опять же, да, проблема еще не в том, что я доначу, а в том, что соперники... ваши, мои, неважно, они реально перекачаны для этих трофеев. Ну, это не данный соперник, да, то есть я, к примеру, привожу на этих кубках восьмые эпики. А такие мне подбирались, восьмые эпики, седьмые, восьмые рарки, вот. Это перебор, на таких кубках, ну, блин, не знаю, мне кажется. Хотя раньше приблизительно так же тоже было. Но раньше не было этих лиг новых, раньше не было легендарной лиги, 6400 кубков. Раньше топы сидели на 4К. Раньше даже нет, когда не было легендарной арены, топы сидели на 3К. Поэтому раньше не было так много арен, поэтому прокачка была окей для этих кубков. Ну сейчас-то, блин, просторы... Арен, они безграничные, просто апай не хочу, но нет, почему-то с такой-то прокачкой сидят данные... Ну я, если вы не понимаете, о ком я говорю, я могу показать реплей свои, лог поединка и прокачку своих соперников. Вот, я уже молчу про наличие карт, то, что у них уже фулл эпик, это я уже, знаете, игнорирую, потому что, типа, ну, по сути, ничего такого, да, ну, выбили эпики-то и выбили. Но прокачка, серьезно, как это заставляет задуматься, типа, а может, все-таки не стоит так относиться плохо к донату, потому что без доната как-то больно сидеть и играть. Хотя тут, знаете, вопрос не в отношении к донату, а вопрос, наверное, в возможностях. Можете ли вы задонатить или нет? Мне кажется, если бы у вас была возможность, вы бы задонатили. Не последняя катка, ребята. Оказывается, не последняя. Минус 22 кубка. Мы потерпели поражение. Всегда мне не хватает прокачки, мне не хватает карт, мне не хватает скилла. Мне вечно чего-то не хватает. А, и башни короля, кстати, тоже. Обратите внимание, в два раза выше. Вот вам восьмые эпики. Подбирался мне максимальный уровень, по-моему, восьмой или седьмой. Так. Охотники и ведьмы. Ну, и у меня тоже такой расклад. Вот, только у меня ведьма на уровень ниже. Так. Угу. Боже, сколько юнитов дальнострельных. Дальнострельных. Забрасываем бочечку. Так, чем же будешь дефать? Чем же будешь дефать? Не дефает. Прекрасно. А, и фуловая ведьма, она... Отлично, ну фаербол, конечно, поправил ситуацию. Теперь она не фуловая, но мы практически сносим вышку. Ох, мне нравится то, что я тут сейчас без всяких там сомнений. Вышку почти забрал. Так, армия скелетов. И я буду, наверное, переходить на вторую сейчас сторону. Так, я пока что не знаю, что там еще у соперника есть. Ставим, давайте, гиганта на правую сторону. Так, блин... Блин, пека, я так и знал, я только хотел сказать, там, наверное, пека, ну, понимаете, вот вам и колоды, пека, да, на него идет гигант, ему вообще, что там на него идет, он пеку ставит с противоположной стороны, он просто срать хотел на моего гиганта, ему плевать, у него пека 7 уровня, что ему переживать, так, Валька, давай, надо порешать ведьму, после этого я поставлю армию скелетов. Вот, я ставлю армию скелетов, мы снесли ему вышку, потому что парень рили забил, просто забил на мою атаку и поставил пеку с другой стороны. Непонятная логика, но это, ребята, четвертая арена. Так, тут надо стрелы, потому что армия скелетов вышку снесет. У меня третьи вышки, это слабенькие, кстати. Вот.
По сути, у меня, да, все так на среднем уровне, хотя, опять же, ну, бывало и похуже. То есть у меня еще достаточно эпиков, мне повезло, что у меня есть и ведьма, и охотник, вот, и армия скелетов, но... Правда, некоторые карты не особо тут сочетаются. Охотник, по сути-то, мне тут и не нужен. Дракон куда был бы лучше. Так, давайте, ну попробуем. А что тут пробовать? Я выиграл, все, две вышки я забрал. И за 30 секунд, ну, Unreal, не, ну трешку разве что. Но у него сейчас не хватит юнитов, чтобы забрать меня на три короны. Я ему принципиально не отдам ни одну из вышек, потому что я вот такой вот злой на них, и меня они бесят. Бесят на этих кубках подобные игроки, у которых все есть. Ага, да, все есть. Я думаю, что то же самое испытывают мои зрители, когда видят, что у меня много возможностей донатить, много открытий сундуков, а они сидят там. И вот я уверен, под роликом в комментариях напишут: теперь ты понимаешь, как нам сложно. И эту катку, ребята, я проиграл, поэтому я сейчас вот так вот все вырежу и опять включу вам последний поединок, потому что, ну, 20 минут, 30 минут вы смотреть не будете. Закон подлости, сука. Я вырезаю и вернемся, когда останется снова последняя игра. Итак, я сделал эту победу, 29 кубков, и нам остается 5 трофеев. 5 трофеев, поехали. 5 трофеев, блин, я так хочу выиграть. Hunter Black против меня, 7 уровень. Ну давай, Хабиб, я верю в тебя. Давай, хоть ник, поможи мне, ник. Я же не просто так назвал аккаунт Хабиб. Может, хотя бы ник увидят, испугаются, ливнут. Я не знаю, ну хоть как-то, блин. Польза какая-то должна быть. Так, сходу идет атака на меня с гигантским скелетом. Не щадит меня соперник, никакой пощады, говорит. Так, сразу мини-пека следом взад ему. Мы контрим это все армией скелетов, но противник решил закинуть. Да-да, да жесть. Жесть просто. Ладно, ставим ведьму. Так. Ах, как меня бесят эти драконы, сука. Драконы меня бесят просто конкретно. Их нечем мне уничтожать быстро. Вот нечем. Охотникам только. Ну, иногда охотника тратить на дракона, честно, глупо. Ой, хороший заход, вы посмотрите, какой заход. Отлично, мы пробрались к вышке. Смотрите, сколько урона. Шикарно. И надеюсь, сейчас минус дракон. Давай, ведьма. Ну, не минус, чуть-чуть останется, но нормально, дефать не буду. Так, охотника ставим, охотника. Девятые эпики, друзья. Добро пожаловать на пятую арену. Стрелы. Так, ну, отлично. Благо, охотник выживает. Так, я вот думаю... Не буду валькирию, наверное, ставить. Подожду каких-то... Да, гигантский скелет будет. А, нет. Ах, дракон, который меня бесит. Так, здесь ставим ведьму. Так, я вот думаю, гиганта сливать, не сливать. Да надо сливать, сливаем гиганта. Готовим сейчас стрелы. Гоблинскую бочку не тратим. Сейчас пойдет армия скелетов. И вот сейчас. Вот вовремя стрелы. Самое главное, вовремя стрелы. Видали? Вы видали? Учитесь. Это ловкость от Хабиба. Вот эти просто уроки бесценны, друзья. Вот самое главное, это предикты. Вы просто видели, как я... Я вот чувствовал, как вот этот парень выбросит армию скелетов. Долго ждал, долго. Я думаю, так, ну вот сейчас, ну вот именно сейчас. Надо же, угадал. Ладно, ставим здесь ведьму. Остается 40 секунд, друзья, и скорее всего, это пятая арена. Честно, знали вы, сколько мне это стоило, чтобы взять эту арену? Хотя подождите, еще сейчас... Сейчас что-то несется до меня, атака несется. Погодите. Так, фаербол. Так, 9 эпики, 7 рарки. Весело. Так, стрелы. Ну все, я его не пропущу, все, я его не... Вау, вот это, блин, вот это поворот, вот он, козырь в рукаве. Тихо, самое главное, чтобы 0 тычек, отлично. Неважно, ракета, молния, что бы у него там ни было, он просто не добьет больше. Ох, друзья, это было сложно, я вам клянусь, это было нелегко. Вам там по ту сторону экрана кажется. Ха, пятая арена, что там сложного? С такой прокачкой, с такой колодой... Ну, я имею в виду, что эпиков не так много, как хотелось, хотя нет, их нормально. Короче, пятая арена, я делаю скриншот. Фух, а ну, хочу посмотреть на соперника своего. Так, что с соперником? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, соперника тут 1400 рекорд, вы посмотрите. Фулл эпики практически, стрелы и мини-пека. Так, что у нас тут?
А, вау, 5 баксов, но тут уже сундук поинтересней. А, я его куплю, и что у меня? О, сундук фортуны появился. Все карты с моей деки. А нет, принц. Короче, приходите на стрим, буду, наверное, донатить там. На видосик пока не могу донатить, поэтому жду вас на стриме. Подписывайтесь на канал. Фух, пятая арена. Движемся дальше. До новых встреч. Пока.